прекрасный летний день. Весь лес стоял пронизанный солнцем. Оно высветило верхушки деревьев, брызнуло на листья, легло на поляну, даже полилось на корни старого дуба. Внезапно лисенок обо что-то споткнулся. Он поглядел себе под ноги и увидел бутылку. Пыльную, старую, закупоренную пробкой. Лежала она здесь, наверное, давно. Даже мхом покрылась. Он поднял бутылку, посмотрел сквозь нее на солнце и увидел внутри что-то похожее на пойманное облако. И лисенка вдруг осенила. В бутылке сидит джин. Тысячу лет ждет он в нетерпении, когда лисенок выпустит его в этот чудесный солнечный лес и обязательно наградит за это. Что же попросить за спасение? Велосипед? Надувной шар? Нет, надо придумать что-то такое. Не знаю, что. Может, за свое спасение джин предложит мне что-то сам? Лисенок вытащил пробку. Да-да-да, так оно и случилось. Из бутылки вылетело облако, густое и мохнатое. Взлетело над лесом, снова опустилось, и вскоре весь лес стоял в пелене тумана. Лисенок не на шутку испугался, словно он попал в банку с молоком. Куда ни повернись, ничего не видно, даже старого дуба. Умолкли птицы, опустились мышки-скрипачи-кузнечики. Стало по-настоящему страшно. И лисенок прошептал. Эй, дяденька Джин! Ему никто не ответил. Тогда он закричал, что есть силы. Эй, дяденька Джин! И вдруг чей-то хриплый, простуженный голос произнес. Алло, бой! Я не ешь Джин! Чуман ин ла. Откуда? Из Шрам. Когда-то ваш лежий гостил наш шерский лес, ему так понравилась английский атмосфер, что он забрал с собой кусочек ла, то есть меня. И по ошибке выбросил на дорогу. Он думал, что бутылка пустой, что нам ничего нет. Но там был я, Чуман ин ла. И сидеть бы мне еще много-много зим, то есть на лет. Но ты выпустил меня. Thank you, boy. Спасибо, лисенок. На ходе, Джин, но также исполнил твой любое желание. Чего ты хочешь? Я? Не знаю. Я подумаю. Думай. А я поверю на свой старый романтичный костик. Он снова закашлялся и умолк. А рядом с лисенком появилась ворона. Какая красота! Это ж надо очутиться в самом Лондоне. Красота? Но я не хочу жить в Лондоне. Еще бы, с такими манерами и в таком наряде. Вот я всегда была уверена, что стану англичанкой. Недавно мы вороны знаем английский. Кар означает автомобиль. Но я не хочу кар. Я хочу домой. Дурачок, ты и так дома. Это ж такое везение. Не улетаешь учиться за границей. И она растворилась в тумане. Эй, кто-нибудь? А который сейчас час? Наверное, сейчас и время утонет в тумане. И тут где-то над невидимым небом пробили часы. Совсем как кукушка, только медленно и важно. Снова затих. Вдруг рядом появилась ворона.
Вот что значит влияние Запада. Видишь, как облагородил считаю наш лес. Биг Бен, Кэбби, вот Мануэль Леон. Еще бы пригласить нашу Чирфтензу, вот это было бы прекрасно. Кстати, ты записался на мои ускоренные курсы? Спеши, я набираю каждого желающего научиться выговаривать английское слово car, что значит автомобиль. А сейчас прости, мне некогда. Спешу к английской проверке на карнавал. Ворона исчезла в тумане, а лисенок сел на пенек и заплакал. Он очень любил свой лес, которого больше никогда не увидит. Было жаль ручья, который может превратиться в Темзу. И еще ему не хотелось учить это английское слово «кар». Ему очень хотелось домой. И самое главное, он соскучился без солнца. Ну что, придумал подарок? Да, я хочу солнце. Это был бы для меня самый лучший подарок. Это есть пустяк. Я действительно соскучился по своей земле. А на прощание я подарю тебе плащ. Жаркий день, надевай его на плечи. Прощай, лисенок! Его голос растаял вместе с молочной пеленой. Лисенок стоял посреди солнечной поляны и не верил, что все сбылось. Так же пели птицы и играли на скрипках кузнечики. Лишь на старом пне лежал дымчатый заграничный плащ. А на ветке старого дуба сидела разгневанная ворона. Какой ужас! Вы допустили туман и на тебе. Ну разве это краски? Разве это жизнь? Возьми мой плащ. Туман подарил его мне, а я дарю тебе. В этом плаще все равно тебе будет прохладно. Какая редкость! Подарок из ангела. Мне сразу поднялось настроение. Лисенок заспешил домой. Ладно.
глубокая ночь, а папа лис все смотрел в окно на луну. Потом надел шляпу, обмотал шею шарфом, взял зонт и отправился на большую поляну. Отойдя до места, папа лис немного покружил у старого дуба и нерешительно позвал. Доброй ночи. Доброй ночи. Как живешь? Живешь. Хорошо. Так это в самом деле ты? Я. Как славно. Но куда попал? Никуда. Просто давно не звал меня. Меня. Это правда. Ах, какие вы все взрослые смешные. Смешные. Смешные и глупые. Хотя иногда я вспоминаю, как мы с тобой все-таки здорово играли. И я помню. Помню. Может, поиграем сейчас? Сейчас. Все давно спят. Спят. И вдруг откуда-то в траву свалился старый футбольный мяч. Лис стукнул по нему ногой, и тот зазвенел, подпрыгивая на кочках. Бум! И рядом появился деревянный грузовик. А вот и старый плюшевый медвежонок. Мои игрушки. Мое детство. А качели вернуть? Хочешь. До свидания. Как хочешь. В голубом сыром овраге под еловыми ветками стояло себе старинное зеркало. Обрамлено оно было в бронзовую тяжелую раму в виде венка из лесных цветов. От дождей и снега бронзовый венок позеленел, а само стекло потускнело и даже потрескалось, напоминая паутину, в которую плетут лесные пауки. Сколько оно пролежало в овраге, было неизвестно. Может, век, а может, и все 10 веков. Лисенок заметил его случайно. И вдруг солнечный луч провалился сквозь толщу еловых веток на самое дно оврага, и там сверкнул. И так ярко, что лисенок подумал. А не клад ли я нашел? Он спустился в овраг и был несколько разочарован, когда обнаружил всего лишь старое треснутое зеркало. Он глянул в него и обомлел, поскольку увидел какого-то взрослого и седого лиса. Лисенок даже отпрянул назад, недоуменно захлопал ресницами и снова подошел к зеркалу. На него смотрел все тот же старец. Только в старости. То есть ты
Говоришь, он мой из зеркала будущего? Похоже на то. Неужели я стану таким? А ёжик, что с ним? У ёжика больше нет. А что с вороной? О, с ней все в порядке. Она стала ученой вороной и давно преподает в университете. Я рад за нее. А я нет. Ну, почему? После окончания английских курсов ворона выучила еще несколько языков, но напрочь забыла неизвестно. И с ней уже не поговоришь, как прежде? Увы. К тому же, став ученой вороной, она стала очень тщеславной и высокомерной. Любимыми ее словечками стали... Налить карман. Сколько карнадов. Подать карету. Мой друг кардинал. Вступить в картель. Карьера. Словом, от нашей вороны осталась только ее карикатура. Заметно. Хоть караул кричит. Ну, мне пора. Что? А у тебя, то есть у меня, их много? 12. И все в тебя, то есть меня. Зеркало погасло, и снова пыльная муть и паутинные трещинки покрыли стекло. Лисенок, тяжело вздохнув, выбрался из оврага. Тут навстречу лисенку попался молодой щенок. Добрый день! Привет! Скажите, пожалуйста, где можно найти ворону? Да я просто посыльный из народного университета, и мне надо отдать приглашение вороне, чтобы она закончила наши курсы. Это так почетно? Ну, конечно, это очень почетно. Ну, и не только для вороны, но и для всех нас. Она полетела вот всю сторону. Так, и спасибо! И щенок, задрав хвост, побежал по тропинке. А лисенок показал в ту сторону леса, куда ворона никогда не летала и где быть не могла. И он почувствовал себя виноватым. Надеюсь, она меня простит. Ведь я ее спас. Что случилось? Лисенок, не таясь, рассказал про волшебное зеркало на дне оврага, а потом про то, как он отправил курьера в другую сторону. Жаль, невыразимо жаль. Как же ты мог так поступить? Я думала, что ты сама не захочешь стать такой, что не поймешь. Такое понять нельзя. Ты отобрал у меня профессорское звание. Я сейчас же поищу ассистента твоего юного отца и без мира науки. И она улетела. Было обидно за ворон. Он не мог поверить, что такое возможно. Забыть язык леса. Стать тщеславной и высокомерной. Нет, ведь она была добра ко всем. И умна. Хотя почему была? Она ведь есть. Зря слетала. Как в воду провалился. Куда ты его послал? Хотя, может, это и лучше. А то, когда перееду в город, стану птицей. Профессор же честолюбивый зовут. То совещание, то симпозиум. На носик послушаю. Нет, это не по мне. А конференции я сумму с вами проводить. Ты чего? Я люблю тебя. Сильно сказано, не важно. Но ведь мы все постареем, изменимся, а кого-то уже не будет. Вот бы все оставалось как есть. Лишь выдумал. Оставить все как есть? А разве ты не хочешь пропасть? Так и хочешь всю жизнь зваться маленьким лисенком? И она улетела. А лисенок вновь задумался. Когда он спустился во враг в следующий раз, зеркала там уже не было. Вообще-то, в лесу много интересных вещей можно найти. Дракон на цепи.
реке плыли осенние листья, а огонек на том берегу мерцал, и его отражение дрожало в воде. Если ты собрался купаться, то знай, уже холм. Ты не знаешь, кто же там, на свете за огонек. Дракон, ты его видела? И верить не желаю, что мне жить надоело. Вот познакомиться, дурачок. Разве ты не знаешь, что такое дракон? Ты же чудище, да вдобавок трехголовое. Ну ты знаешь, так все говорят, кто говорит, кто его видит, кто конкретно. Не знаю, но ходят слухи, что по ночам он воет. И тут действительно кто-то завыл на том берегу, жалобно и отчаянно. Ну, что я говорила? Как слышу его, так мурашки по перьям. Страх. Может, ему просто нужна чья-то помощь, вот он уходит. Ну да. Именно твоя помощь ему и понадобилась. Но он таких простачков, как ты, только и ждет. И она улетела. Нет, все-таки интересно, какой он этот дракон? Сказал себе лисенок и запрыгнул в лодку у причала. Он развязал цепь, пристроил весла, и лодка поплыла к другому берегу. Как же я заговорю с драконом? Ведь, наверное, это очень трудно разговаривать сразу с тремя головами. Хорошо, если только я буду задавать вопросы. А если все три головы начнут задавать мне, успеешь отвечать. И представил себе говорящего дракона. Распустилась первая голова. Кто к нам пожаловал? Уважаемый лисенок, дорогой лисенок, наконец-то милости просим. Да-да-да, мы давно тебя ждем. Где же ты был? Где пропадал? Как дела? Мне так без тебя было скучно. Совсем он не страшный. Было бы лучше, если бы рядом были мои друзья. И он представил себе, что вместе с ним в лодке плывут в гости ежик и ворона. Ежик вытянул из себя три колючки и приложил одну к тетиве лука. А ворона сказала лисенку: «Не трусь! Жить!» И ежики на стрелах делают в одну морду дракона, жить в другую, жить в третью. Кричала более одна голова. Ой-ой-ой! Стонала другая. Больно! Держала третья. А ворона кружилась над ними и долбила по трем мерзким бестолковым лупам. Бам-бам-бум! Сдаюсь! Чуть-чуть рухнула на колени. Я не знал, что у тебя такие сильные, верные друзья. Дракон, драчу. Нет, вовсе я не испугалась. До огонька на том берегу оставалось совсем немного. И тут жалобный протяжный вой вновь разбудил тишину. Лисенок вздрогнул и решительно направил лодку к чужому берегу. Она стукнулась о прибрежные камни и остановилась. То был обычный бревенчатый дом, огороженный забором, с воротами и калиткой. На калитке висела табличка. Осторожно, Славя, сука. Лисенок, преодолевая страх, постучался. Калитка распахнулась. Перед лисенком стоял пес. Это был старый пес, с вылезшей на боках шерстью, в рваной кипчонке. От пояса тянулась длинная ржавая цепь. Они постояли друг перед другом молча. Вы это чего? А ты чего? Чего надо? Я? Чего? Я только хотел узнать, я не знаю, кому тут. Помощь? Нет, помощников здесь не нужно. Шляются тут всякие. А вы тут, значит, один живете?
Само собой, дачу охраняю, хозяин вот вчера был, костей навез, уехал он, деловодец. Я знаю, у него три головы, а из каждой пальцы кушает добой. Вот только удивляюсь, как это он до сих пор дачу не спалил. Дом-то деревянный. Погоди, погоди, какие три головы, какой огонь-то? Да у вашего хозяина, у дракона. Чего? Ты дурачок, ты? Дракон, это я. Вы? Ага, имя у меня такое Дракон. А я-то думал, что дракон настоящий. А я не понял, что из-за три головы такие. Кто же выдумал огонь из пасти? Хорош был бы мой хозяин. Вдруг он оборвал смех и прислушался. Они явились, подлые. Кто? Мыши. Много их? Много, много. Вот они! Боишься? Мышь, а я сварусь. Эй, вы, мохнатый ушастый, с вами говорю я, храбрый лисенок. Если вы не уберетесь отсюда по добру, по здорову, будете иметь дело со мной. Что за радость на сердце? Я не знаю, что тебе подарить, понимаешь? Новый год я не
да. Меня, например, поздравить совсем не сложно. Я хочу... Как тебе сказать? Словом, что-нибудь такое, такое... Фух, какой это тяжкий труд выбирать себе подарок Новому году. Вот, видишь? Ничего, ничего. Сейчас придумаю. К Новому году. К Новому году. Новое – это хорошо забытое старое. А где могут быть старые вещи? Старые в сундуках. У вас дома есть старый сундук? Нет. И у меня тоже сдумало очень нужных старых вещей. Пойдем. И они заспешили на большую поляну. С дупла старого дуба к ногам лисенка летели совершенно ненужные никому предметы. Осколок зеркала, перегоревшая лампочка, растрепанный игрушечный щенок, кисть, вся в засохшей краске, ржавый велосипедный звонок, пустой спичечный коробок и многое другое. Ну, бери и дари кому хочешь, мне не жалко. Ну а для меня, я надеюсь, ты придумаешь что-нибудь такое. Нет, все это уже бесполезные вещи. Бесполезных вещей не бывает. Например, если взять этот спичечный щенок, то из него получится прекрасный актер футбольного театра. А если взять этот велосипедный звонок, то из него получится прекрасный театральный звонок. А если взять лампочку и засунуть ее в носок, то этот носок можно будет заштопать, и он будет как новый. А ты говоришь про бесполезные вещи. Все равно на Новый год нужно дарить совсем другое. Ну и дари, только не забудь, что мне на Новый год нужно что-нибудь такое эдакое. Лисенок отправился искать подарки, а ворона стала наряжать голубую ель, что росла неподалеку от старого дуба. Лисенок шел по лесу, его следы были первыми на тропинке. Хорошо просыпаться первым. Тут он увидел их, чужие следы. Кто-то незнакомый проснулся еще раньше, кто-то чужой. Лисенок присмотрелся, даже принюхался. Таких следов в лесу не было ни у кого. Пришлось обо всем забыть и пойти по следу. Чужой сидел под кустом и дрожал от страха, как и все зайцы. Ты что, с неба свалился? Луны, яблоны найдешь. Как же ты у нас очутился? Он громко зарыдал. На весь лес, как и земные зайцы, не умеют. Лисенок принес его в дом, согрел, кормил морковкой и капустой. Потом они стали дожидаться вечера, когда в небе появится луна. Папа Лис был в соседнем лесу, но к Новому году пообещал вернуться. Короткий зимний день быстро уходил на покой. Вот уже холодное, колючее тынье солнце потонуло за лес. Белоснежный лес стал голубым, потом синим. На небе зажглись звезды. И тут на землю пролилась сверкающая дорожка, а по ней спешила лунная зайчиха. Зайчонок! Где же ты? Зайчонок! Где же ты? Зайчонок! Где же ты? Зайчонок! Я здесь, мама! Он же тут! Мама! Сегодня ночь волшебства. Я помогу вспомниться твои желания. Маленький лисенок. Весь лес вдруг осветился волшебным светом. А лисенок очутился на большой поляне. Тут уже собрались его друзья. И ворона, и ежик, и пес-дракон, и девочка-лисичка, и даже папа Лис. В центре поляны стояла голубая ель, на которой висели украшения вороны. Теперь мы начёрками решили подарить лунную дорожку. Когда будет время, сбегать к нам.
праздник продолжался. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!